Всем привет, меня зовут Данил Исаков, и сегодня я научу вас делать бэксайд 180. Для того, чтобы научиться делать этот трюк, вы должны уметь уже очень уверенно делать олли. Это немножко страшнее, чем фронтсайд олли, потому что вы крутитесь спиной вперед. Я советую ставить заднюю ногу как на олли, а переднюю, чтобы немножко свисала пятка. Приседаем, задаем вращение плечами и делаем олли. Затем по инерции вашего тела докручиваем доску ногами на 180 градусов и приземляемся. И старайтесь распределять вес на обе ноги одинаково, так, чтобы во время приземления доска из-под вас не выскользнула. Самая главная ошибка – это ваш страх. Не бойтесь вращаться спиной вперед и приземляться на доску. И обязательно следите за ногами, чтобы они во время вращения не отлипали от доски. С вами был Данил Исаков. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Удачи в прогрессе. Предыдущее видео здесь.